Всем здорово, снова я. Я сегодня собрался, снял такую комнатку. Ну как она, не комната, а как пристройка, короче, идет. Ну, в общем, типа комната у меня будет. Вот, сейчас я вам покажу номер. Типа вот так вот. Ну, в принципе, тут ничего большого такого нету. Номер где-то, ну я не знаю, 2.5 на 2.5, наверное, вот так вот. Теперь я буду, наверное, снимать на фоне картины вот этой вот прекрасной. Сегодня еще приобрел скутер, ну, для передвижения по городу. Плюс, может быть, там еще что-нибудь подработаю себе. Скутер завтра покажу, потому что сейчас уже поздно. На часах уже 1:00. Если по омскому сравнить, то это получается уже 4:00 утра. Покушаю, маленько помонтирую и ложусь спать уже. А, да, короче, ну я как бы в Анапе уже несколько дней, я ничего не снимал за эти дни, но, ну, было там много приключений, много интересного и так далее. Но сегодня, короче, съездили мы в Крымск, проезжали Горный, там еще какие-то города. До Новороссийска было всего 10 километров, то есть мы не стали его заезжать, было уже поздно. Я ничего не снимал там по пути, но когда буду ездить на скутере, может быть, я что-то еще поснимаю с камеры. Не знаю, может быть, мне удастся зацепить где-нибудь другую камеру, чтобы можно было ее пришпандорить на скутер, чтобы вы тоже посмотрели город. Сам город красивый, особенно ночью. Мне кажется, многие города ночью красивее становятся, потому что там всякие огонечки сверкают, светодиодики. На море был. Были дела, мы просто по пути заскочили на море, буквально там на 10 минут, пару раз щелкнулись на фоте. Но сам факт того, что я побывал на море, уже есть. Я, правда, не купался, но вода теплая, прям очень теплая. Всем пока, до встречи, до нового видео. Это видео получилось очень короткое. Думаю, последующие будут подлиннее. И сейчас я занимался делами, то есть размещением своим. Покупал средства передвижения, решал другие еще вопросы. Спасибо за то, что вы смотрите меня. Пока.